мнение историка Александра Вершинина, он обошелся Советскому Союзу в пересчете на современные деньги более чем 100 миллиардов долларов США. Боевые действия, важные политические решения и исторические персонали в период Великой Отечественной войны. Кадеты из 27-й школы приняли участие в интеллектуальной исторической игре, которая проходит по всей России в режиме онлайн. Ребятам задали 10 вопросов, с которыми дети справились на отлично. Понравилось, да. Я получил опыт, узнал, что неплохо могу поучаствовать в таких играх и собрать хорошую сплоченную команду. Интеллектуальная игра под названием 14-18 проходит в рамках проекта партии «Единая Россия. Историческая память». В городском округе проект курирует член общественного совета «Химки. Интересно жить». Название выбрано не случайно. Нужно дать должное организаторам данной игры, чтобы навсегда дети запомнили то количество дней, на протяжении которой длилась Великая Отечественная война. 1418 дней. Второе. Она дает возможность изучать историю в целом и особенно историю своего района, своего города, где мы находимся. Важная такая патриотическая игра, где учащиеся школы восстанавливают свои знания, что-то узнают новое. Дух состязания, дух соревнования, он всегда приветствуется и всегда располагает к новым знаниям. Всего в «Химках» в игре принимают участие более 20 команд и почти 200 школьников.